началась большая битва за Донбасс, и наступление идет очень широкое, мощное. В районе Изюмского плацдарма, и мои уважаемые зрители мне сообщили примерно в районе обеда о том, что идут бои уже за Новую Дмитровку. А это примерно 8-10 километров от города Барвенково. Причем, напомню, перед этим в районе Барвенково российские войска утром нанесли мощные удары по штабам, скоплениям техники, складам украинских вооруженных сил. И то, что российские войска сразу продвигаются на нескольких направлениях и довольно успешно, является следствием того, что оборона ВСУ в этом районе дезорганизована. Не полностью, тем не менее дезорганизована.